В Бурятии стали производить конопляное и рапсовое масла. Эксперимент проводит местный фермер совместно с сельхозакадемией. Оптовая цена реализации конопляного масла – 700 тысяч рублей за тонну, рапсового – 100 тысяч. Эти продукты активно используют в кулинарии, косметологии, медицине и текстильной промышленности. Планируется продавать конопляное масло и рапсовое масло на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Спрос очень большой. Я могу сказать то, что, скажем, по Забайкальскому краю, там, извиняюсь за сленг, ну, урожай расходится в лед. В Красноярском крае, там, ну, и Сибирский регион наиболее результативный регион, у них там около 20, даже больше 20 центнеров за гектар урожайность. И я хочу сказать, что там, ну, скажем так, фермеры... Они значительно улучшили свое финансовое положение. Министр сельского хозяйства отметил, что для выращивания этих культур и сбора урожая необходима специальная техника, а также особый контроль за посевами. При этом содержание каннабиноидов в технической конопле минимально, поэтому закон фермеры не нарушают.